Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас обзор на очередного героя TV9. У меня их уже очень много прокачано. Девяток не успеваю вам делать обзоры. Это у нас будет вот такой вот ворожей. Чем он хорош? Я вам показывал уже разных ворожеев. Решил вернуться к ворожею с девятым Лаймгвардом, то есть девятая огненная защита. Что она дает? Увеличивает на 40% жизнь, плюс отражает 50% входящего урона. Также режет входящий урон, соответственно, на 50%. То есть, чем это талантики, в принципе, подходит. Показывал вам со священным огнем, там жизни, да. А тут, получается, у нас добавляется на девятке жизнь, плюс 40% деф и отражалка, то есть по сути он более универсальный должен быть в такой сборке. Ну, потестируем, сейчас походим по локациям, посмотрим. Конечно, Фрейя будет сливать, у него стоит доспех по снаряге, то есть у меня он более такой разноплановый. Ну, не знаю, мне в принципе этого хватает, я не особо заморачиваюсь над созвездиями здесь. Давайте только единственное поменяем, поставим вот так вот. Ну что, поехали, посмотрим просто в рейдах, сколько все-таки реально у него жизни в такой сборке будет. Ну, как видите, его не просто так слить, то есть более-менее он еще нормально держится. Учитывая, что обычно ворожей из плюшки сливается сейчас. Не знаю, я не увидел там, сколько ему задамажили, но хотелось бы сейчас найти в рейде просто Фрейю. Вот можно, в принципе, и стрелок. На нем сейчас стоит ремка, то есть он сразу же бьет. 177 тысяч. 107, ну... Чуть-чуть урон, скажем так, Фрей держит. Ну, видите, надо полностью пачку выставлять с огненной защитой, тогда будет хорошо сливаться. Так, давайте не так сделаем. Так, тут у меня новые есть, вот так вот тоже он хорош с выживанием. Мы поставим ему сейчас прям восьмую оживу, 100 жизни. Сейчас посмотрим реально, сколько у него же жизни доспех плюс этот. Ну, хранители тень, посмотрите, как хорошо сливаются. Ой, я не увидел, ребят. На повторном будет видно, напишите в комментах. Сейчас еще попробую. Ну, сборка интересная, ну, конечно, качать я бы, наверное, советовал все-таки с оживой. Мне на фортах очень такой понравился. Давай, давай. Ну, шатаните кто-то его уже. Ну, однозначно, это более такой универсальный талантик. Вот, отлично, сейчас посмотрим. Ну, по 40 тысяч. Успеет. Кледо Феникс не успевает. Интересно, интересно, кто же кого. Не знаю, какая там сборка, но у меня тут, если было бы от стана что-то, 708 тысяч, ну, в принципе, очень-очень даже неплохо. 708, это нормально, Фрейя, в принципе, не должна считать, плюс еще отражалка. Нужно ему поставить слона. Давайте слона поставим.
стана было что-то. Ну что, мне нравится вот такой вот вариант. Я бегал вместе с Бигфутом. Давайте попробуем. Нападем. Так, что тут у нее есть? Интересно, интересно. Ну, 505. 700. Как видите, против Рэя ничего не списает. А что я жил? Давайте еще раз нападем. Фрея 700 фигачит. Это при том, что у меня огненка 50% режет. Каким образом, вот объясните, как можно воевать? Это жесть какая-то, ну реально. Понаделывали героев. Опять же Фрея 300-300 и все. Просто жесть. Давайте на экспедиции попробуем. восемь тысяч, это мы когда-то мечтали, там 200-300 тысяч горгул был, это был мега танк, там его нельзя было убить, а тут, блин, выносят свыше миллиона за пару тычек, ну, это жесть, конечно. Как видите, все равно огненка, как по мне, уступает, даже очень. Сейчас посмотрим, как герои будут. У нас тут пока нету никаких интересных автопрокеров. Сейчас пробежимся дальше, может будет получше. Так, гаргулы. Ну давайте попробуем. Ну вот посмотрите, как себя убивают. Жесть. А вот это огненько, ребят. Когда будет таких 6 героев, будет очень-очень даже неплохо все. Так, сейчас я повыкидываю всех остальных. Поехали дальше. Вот так вот оно неплохо смотрится. Так, тут у нас слабенькие герои. Посмотрим, что у нас получится. Так, тут что у нас? Афинка, стрелок. Но стрелок тут, скорее всего, не даст зарядиться сейчас. Но смотрите на вертолетики внимательно. Сколько у них отражалка. Офигеть. Вот это прикольно. Мне кажется, сейчас его, ну, конечно, у нас отхила нет. Получается. Так, а здесь стрелок. Ну, стрелок себя должен убить, если там отхила у него нормально еще. Надо попробовать забежать со стороны стрелка, наверное, все-таки. Ну, чуть-чуть. Вот, отлично. Так, Фрейка. Ну, Фрейка включилась. Блин, ну мне нравится, как они.
Посмотрите на урон. Да, тут герои первой эволюции, но посмотрите, сколько отражалки получается. Неплохо, неплохо. Мне понравилось. Так, вот тут уже получше будет. Правда, опять же, нету никого такого интересного. Хотя герои со второй авы уже. Ну. Не знаю, как для бездона, конечно, Огненка очень хороший вариант. Конечно, собрать такой вариант тоже бездон не особо каждый сможет. Так, по-моему, он их тут и так ушатает. Поехали дальше, где-то посмотрим сейчас, чтобы было 1-2 героя вблизи. Так, Афина, Гаргул, Варжей. Ну, давайте попробуем. Вот интересно даже, кстати, Асура, если достанем его. И Афину неплохо было бы зарядить. Так, отлично, Асура пошел. Держится неплохо против Асурика, конечно. Ну, с ворожаем сейчас вражеским нам тут отхил режет. В любом случае это лучше, чем каменка на нем. Так, 40% жизни, в принципе. Вот смотрите, как вертолетики убиваются, отлично. Фига себе, у них там урон. О, Фрейя тут опять же. Тут Фрейя поменьше дамажит уже. Интересно, сколько у него тут жизни будет. Круто убиваются вертолетики. Мне это нравится. Блин, не увидел, сколько жизни. Такое ощущение, что они просто, их просто видно, эти вертолетики. Миллион 600. Вот вам усиление в 2 раза. С чем-то. Так, хорошо, поехали на аренку. Посмотрим, что он из себя на арене будет представлять. Тут, конечно, нету у нас. Но неплохо, неплохо. Даже такая сборочка будет в пачке с огненками тащить. Я вам скажу так. Сейчас, может, попробуем ЗБшки найти. Да, тут противников особо не будет. Но смотрите, сейчас нормально так обраточка прилетела им. Сейчас пусть тыковка, а они быстрее все-таки. Варлок просто ушатался. Сейчас попробуем напрямую.
смотрите, какие отражалки. Офигеть. Череп сам себя убил просто. Да. Печально, что доспех не достает. Ну ладно, подождем. Ну не знаю, ребят. Сборка довольно-таки интересная. Огненка была всегда на ворожае одним из таких неплохих талантов. Получше, чем атакующий, например, там Бастион, который дает жизнь. Конечно, есть Священный Огонь, который круто смотрится. Есть Ожива, которая на сегодня уже стала более актуальна. Варианты, конечно, есть. Есть Каменка, но Огненка вот такая вот на 9-9+, плюс, которая дает немножко больше отражалки и самое главное 40% жизни, как по мне, смотрится достойно. Может, найдем сейчас какие-то топовые пачки. В любом случае, можете сравнить своих, там, я не знаю, у кого что прокачано, но я сужу по тому, какие у меня есть. Ну, давайте вот одержимый какой-то. Какие у меня есть герои, и я вам скажу, что смотрится неплохо данная сборка. Так. Смотрите на Афину, она там просто сейчас в аут вылетит. Так и случилось. Офигеть. Да там просто, блин, жесть. Я в шоке. Смотрите, что он делает. Он и Фрейю разобрал, что ли? Офигеть. Я, честно говоря, такого от него не ожидал. Ну-ка, давайте еще разок. Там череп, конечно, убежал далековато. Так, минус Афина. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вот скажите, что после этого он не имба. А, и там энергию забирает. Да ладно. Жесть. Это, ребят, это просто жесть. Круто. Действительно очень круто. Вы там скажете, там десятки были, но там, блин, такие герои, которые просто жесть. А он их просто разматывает. Офигеть. Так, ну поехали. Lost Battlefield. Так, создать команду. Так, здесь уже. Поставим его здесь одного. Пусть побудет. Так, тут так сделаем. Так, так и вот так. Так, обновим. Вот как раз против Хрона сейчас пробуем. Не знаю, меня он удивляет, честно говоря. Да ладно. Ну что вы скажете после этого? Это жесть. Посмотрите, тень Хрона просто вырубила себя. Да. Жалко, здесь повтора нет, но вы повтор сможете увидеть. Офигеть. Круто. Так, давайте еще против Хрона попробуем. Он, конечно, еще не полностью включается сразу.
Он включается только когда его заряжают. Но посмотрите, что он делает. Офигеть. Жесть. Ну тут череп слил. Но это просто жесть, сколько он героя выносит с собой. Круто. Давайте попробуем против вольтов. Почему бы и нет? Тут, конечно, вольты немножко слабенькие. Отражалка мне очень нравится. Надо еще будет потестить ракушку поставить. Так, ну давайте против этого вольтовода попробуем. О, отлично, вторые эволюции. Жесть. Тут ему зарядиться не дадут, скорее всего. Да ладно, Азура сейчас себя сольет. Да. Блин, а вот тут вот против мохнатки неплохо было бы второй пачкой поставить. Давайте вот так сделаем, он будет второй. Вот посмотрим на мохатну. Упс, и мохатмы нет. Да, там Фрая нас, конечно, сейчас затащит. Но Махатма просто с двух тычек улетела. Круто. Смотритель ударил, получается, и это. Ну что я могу вам сказать, ребят? Действительно интересная сборка. Есть еще пару героев. Да и не пару, есть много героев. Бугиман есть тоже. Пишите комменты, кого хотите увидеть. Но мне нравится, не знаю, мне нравится такой ворожай. Действительно интересный вариант. Универсальный, есть деф, есть отражалка. Почему бы и нет? Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Напишите, кого вы хотите увидеть в следующем. Все, удачи, всем пока.